Всем привет! Давно мы с вами ничего не собирали. И вот пришла на днях посылочка. Очередная посылочка от компании Диахостини. Очень маленькая, давно таких не было. Давайте ее вскроем, дособерем, посмотрим, что добавится на нашем УАЗике. 33 номер. Остатки. Второй бак. 36-й начало сборки радиатора. 34-й какая-то панелька железная. И 35-й тоже панелька. Очень маленькие, скудные номера. Давайте 33, 34, 35, 36. Давайте соберем. 33 номер, начнем сборочку. Берем, значит, соберем заливную горловину. Тут, в принципе, ничего нету. Просто втыкаем посильней, и все, и она собрана. Далее, в следующий шаг прикрутим ее на площадочку. Есть заусенчик, паз вот сюда. И, грубо говоря, прикручиваем болтиком. Следующий шаг. Насос топливный. Также есть паз. Состыковываем. И прикручиваем. Следующий шаг. Соединяем обе стороны. Чтобы не ошибиться, здесь есть прорезь на одном, на другом выступ. Так, соединили. И сверху два болтика. В том у нас баке батарейки, этот бак пустой. Так, соединили бак. Берем вот эту железочку и маленькой стороной, короткой, аккуратненько вставляем. Вот так это получается. Далее берем тройничок, берем шланг и одеваем его на вот этот носик. Для следующего шага нам понадобится наша модель. Точнее, дно нашей модели. Шасси в сторону уберем. Аккуратненько переворачиваем. И берем вот этот тройничок. И устанавливаем его вот сюда на дно. Поставили. Прикрутили. Теперь берем бак второй. Аккуратненько ставим его. Прикручиваем. И вот в этот тройничок вставляем. Раз. И вот от второго бака не особо удобно. Надо было сначала воткнуть железочку. Сейчас вам покажу. Вот эту. Воткнуть надо было. А теперь придется опять угол этот тройничок открутить и воткнуть. Устанавливаем и снова прикручиваем. Ну, к сожалению, бывает и такое. Сначала делаем, потом читаем инструкцию. Готово. Все, оба бака здесь. Вот так это выглядит. 33 номер собран. В 34 номере у нас вот такие вот элементы. Пол. Типа подножка. Вот сюда будет ставиться. Вот. И, соответственно, 34-й, 35-й будут номера одинаковые. Так что сейчас прикручиваем обе детальки. Кронштейны какие-то. Ну, смотрим. Берем две детальки. Соединяем между собой. И скручиваем. Готово. Второй шаг. К нашему дну прикручиваем детальки. Изнутри прикручиваются.
Надо бы, наверное, сразу было два номера вскрыть, чтобы 100 раз не переворачивать туда-сюда модель. Ну ладно. Не будем торопить события. Следующий шаг ставим брызговик, который мы собрали до этого. Брызговики буду печатать с эмблемой УАЗ, по-моему, у них были здесь. Так что вот эту пластиковую часть оставим, а вот сюда отпечатаем из ТПУ пластика, такого резинового. Мягенькие, хорошенькие. Так, далее берем кронштейн и прикручиваем вокруг бака. Получается брызговичок, бак, кронштейн и боковушка, где подножки, куда будут двери приходить. Все. Сейчас то же самое, я так понимаю, да, в 35 номере вторую сторону доделываем. Смотрим на результат. Ну, с этой стороны все то же самое. Брызговик, баки, стяжки. Кстати, на обоих баках провернулся тут по болтику. Первый болтик хорошо закрутился, а эти свернулись. Не, ну держится, но резьба ослаблена. Ну и все, остался у нас 36 номер, в котором начало радиатора. Очень скудная посылка в этот раз. Прям-таки ничего выдающего. Ну, приступим. Берем крышку. Берем маленький какой-то прыщик. Вставляем. Берем шланг, который 80 миллиметров. Чуть больше получается 80. Одеваем на крышку и потом прикручиваем эту крышку вот сюда. Далее берем вот эти две части и соединяем их между собой и прикручиваем. Прикрутили. И крышку теперь прикручиваем. И как вы уже видите, практически ничего не осталось уже из деталек. Остались только одни шланги. Вот про эти шланги ничего не сказано. Давайте их вот сюда куда-нибудь оденем, чтобы они у нас не потерялись. Потому что я смотрю, что пока мы ее не дособерем, на модель прикручивать не будем. Длинный шланг одеваем на штуцер, который у нас вот здесь торчит. Не особо там видно и особо там нечего показывать. Потому что по инструкции надо залезть хрен знам куда. Длинный шланг одеваем вдаль. Немножко нам пришлось вот эту штучку снять. Так. То неудобно. Поверх шланга одеваем вот эту пружинку. Аккуратненько просовываем, чтобы носик показался. Вот. Короткий шланг одеваем вперед. И вот сюда не подходит. Значит, на радиаторе короткий шланг внизу, длинный шланг вверху. Вот тут вот все соединилось. А крепиться она будет к нашему шасси. К шасси, соответственно, мы его берем. Так вот, аккуратненько заводим, приподнимаем наш радиатор. Но его не надо было прикручивать, потому что второй части еще нет. Но чтобы не потерять, мы это все дело соберем. Вот, и вот сюда это прикрутится. Все. Сборка 36 номеров завершена. В следующем номере завершение радиатора. Вот так у нас с вами
все получается. Радиатор будет снизу прикручиваться. Боковушки прикрутили, брызговики прикрутили. И вот такой симпатяшка у нас получается. Ну вот и все. Посылочка собрана. Спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.